Всем привет на моем 135-м стриме. Сегодня мы продолжаем проходить игру Bugs Bunny и Tice Time Busters вместе с Night Ricky. Так, сейчас мы ему позвоним. Алло, алло. Алло, привет. Привет. Так, сейчас запускаем. Ты уже подключился к серверу, да? Ну да, но у меня может зависнуть. Попытаемся сначала с карты памяти загрузиться, как положено. Если ну, не да. получится, тогда уже это все стоит. Привет, Фабино. Все, кстати, нормально слышно на стриме. Не знаю, надо проверять. Ну вроде да, так я слушаю немножко. Так, подключился к серверу. Так, ладно, все, стрим офнул твой. Так, не знаю, чем так, ты должен быть зависит. Первым, как в тот раз, да? Это да, но у меня как обычно зависло, но я сейчас просто перезайду. Не знаю, в чем особенность такая. Так, и все, я подсоединился. Так, я первый, да? Первый. Да, должен быть первым. Все нормально. Так, сейчас немножко настрой, чтобы чат видеть. Угу. Все, более-менее вроде вижу. Так, аналог мод работает, все работает, все подключились. Так, ну если там плохо кого-то слышно, или игру плохо слышно, там, надеюсь, кто-нибудь напишет. Вроде зрители есть. Ну блин, значит... обычно не пишут. Знаю, у меня на стриме только ты пишешь. Ну что они вот, ну нельзя сказать, да, погромче усилить микрофон и так далее. Что сложного? Вроде пека, Фабино написал. Так, ну нажимай, ты же первый. English. Нормально. Так, не старт. Загрузить. Опа, рассинхрон что ли, блин? Открывай карту памяти, не убирай. Рассинхрон, значит. What's up, dog? А у меня, кстати, есть сохранение. Чё, да как кто рассинхронился, я или ты? Это рассинхрон, как только сказал рассинхрон, больше ничего не делаю, уже нет смысла. Потому что... А сейчас что у тебя? Что за фигня? Так, говорит Рики погромче сделать. Я его погромче, кстати, не могу сделать, я могу сделать игру потише. Подожди секунду, сейчас. Что-то намутили все-таки. В смысле? Там что-то сбил, сам пишет не то. Так, систем, PS, да. Какой BIOS, к чертям? Смысл, ну чё это? Все, я понял. Я понял. Так, я не пойму, сейчас я подключён или нет? Я просто, у меня не... А, всё, 75... я подключён. У меня не 7502 BIOS не стоял, а 6502. Всё. Сейчас привет, запущу. Пророк. Так, у тебя пауза, да, до сих пор? Нет. Какая пауза? Ну, это... Старт. Сейчас я подключусь. Все, я подключился и нормально вроде. Да, жми старт, правильно? Нет, сейчас демо режим. Да, сейчас демо. Все, пошел кружок. Да. Так, всем привет. Еще раз. Прошли сервис Сэм за стрим? Че, такая короткая игра? Да. И вы прошли на безумие? Ну, нормально. Ну блин, что-то на безумие, это вообще какой-то бред, невидимые враги. А так, последняя, да, наверное? Да. 1510, да. Там 1500 на первом мире было и 10 в самом начале. Блин, я как вспомню, это последняя шестеренка искали. Ну, неплохо вы там, значит. С Шокином-то. Бесконечная жизнь, да, ну и что? А, бесконечность жизни там? Так, сейчас я управление вспоминаю немножко. Что там вспоминать? О! Ядрить. А, я думал, это текстура залагала. Тоже умер? Это... А, мы жизнь потеряли. А как ты умер, получается? Ты зачем ты прыгнул? Ты же видел, что я иду. Я пытался. Ты что-то с управлением не могу.
Может, подожди, может, как-то по-другому она берется? Ты должен на меня прыгнуть, наверное. Думаешь? Нет. Слушай, давай загрузимся. Не, никаких загрузок. Ты просто слишком поздно прыгнул. А, ты вертолетиком, может быть, долететь сможешь? Да нет, мне тяжело попасть на тебя очень. Ты думаешь, что вот так вот? Может, тут твити есть? Да вон вещи-то летают. Блин, ну я бы честно загрузился. Не, да нафига? Блин, что, сложная игра, что ли, лол? Ну ладно, нафигели. Привет, Тор. Привет. Сначала хотел бы сказать, что у вас все прекрасно получается, и вы на правильном пути. На этом уровне вы должны отремонтировать регулятор времени. Настало время узнать о новом научиться действии, которое называется «Забрось попрыгунчика». Не думаю, что название мне нравится. Если ты сильно приблизился к попрыгунчику, ты можешь поднять его к себе на голову и ходить с ним. Ты также можешь бросать попрыгунчиков. Это может помочь, если ты захочешь перебраться на другую сторону. Тех ты переключай. Попробуй. О, слышишь там насчет попрыгунчика что-то? Тех переключай. А что там дальше было? Я просто... Ну блин, это то, что она говорит, только субтитры, и там может быть что-нибудь ржачное. Да блин, что ты падаешь? Подожди, я сейчас воскресну. Давай. Меня ищи. Ты меня можешь взять на треугольник там как-нибудь? Ну да. Вот. Другой разговор. Давай. Ну все, подыхай. Да. А, блин, точно, телепорт же есть. Да. Че, погнали? Ладно. В смысле, Тор, в смысле ты не ожидал, чего не ожидал? Что я буду в 3D-платформе играть или что? Не, если думал, что я теперь только во дня Ивана буду играть, ты ошибался. Че, блин, по одной шестеренке это вообще кощунство, да? Да, нормально. Это не упор, это играет нормальная игра, просто тут перевод такой. Ну, перевод, да, упор. На тебя, да, камера получается? Наверное. А, да. Так, а вот это что, это разбить нельзя? Попробуй. О. Понятно. Ну, блин, а сверху начинать. Ну ок. Подожди, я попаду в эту? А, он пролетает насквозь. Не, ну по одной, конечно. А сколько тут надо? Подожди, давай посмотрим, сколько тут. Да так же 1500 вроде. Во всех мирах. Блин. То есть так не поймешь, нифига. Вот, тут потом чё? Английский включится. Вначале попробуем тут вот собрать максимальное, а потом уже пойдем в дополнительную комнату. Давай. Хотя, блин, тут тяжело максимально собрать потом. А... Я не знаю, как ты, наверное, зашел. Да нет, Тор, ты не играл в эту игру, что ли? Это хорошая игра. Я в детстве проходил. Чё? Хух, привет. Вы подадите мне руку, если вы... смогли выбраться оттуда и получить это. Слон с моих плеч, буду рад вечно. Ладно, ничего не понятно. Короче, он просит вытащить его из-под слона. Слон с моих плеч, да. Не, ну по-любому нужно что-то сделать. Давай эти штуки ломай. Наверное, там что-нибудь полезное есть. Что-то тут странно, да, такой бордюрчик. А вот двигать можно. Подвинь сразу. Двигать? Ну видишь там? Ну, попробуй как-то на квадратный треугольник. А, может с этой стороны? Ну может быть. Mm-mm. Как ты двигал-то раньше? Не треугольник. Или может они на время открываются? Ладно, пошли, может, посмотрим. Тут привет, Снап. Привет. Опять так, этот с корявками. В смысле, что с корявками? А, он про руки. Это таз, его таз зовут.
боятся вроде, ну, слоны боятся мышей, насколько я помню. Да? Так. Тут, скорее всего, что-то нужно как-то мышь будет. А вот. То есть ее бить нельзя. А где она? Что-то я не понял. Вот. А что за ту не мог двинуть? Не знаю. За чего? За те норы, мне кажется, их нужно закрывать чем-то. Она будет убегать в норы, если мы ее ударим, скорее всего. Это, наверное, сломать, да и все. А это как дополнительная миссия или нет? Ну, о, это в общую коллекцию пойдет. Да блин. Все, не трогай. Ну блин, ударил все-таки. А. И что теперь делать? Ты взять не можешь? Mm-mm. Ну пошли отойдем, наверное. Наверное. Заодно там повернем тоже эту палку. Примерно хоть куда идти. Ну понятно. Ну, к слону, очевидно. А наверху вот там что-то есть? Так, я забыл, что он, наверное, на аналоге могу. На шестеренке есть. О. Крутить. А, это вот ту крутить, наверное. Да? Она механизм, да? Да, поэтому я руками не смог. Да, на время? Ну понятно, да, потом тогда. Ну, это легко вдвоем делается обычно. Ну да. Ну тогда иди, а я тут постою. А как я эту мышь принесу? А тебе что, ты не сможешь? Хрен я знаю, может я понял. А, все, понял, нам надо все вообще выходить из локации, значит. Мы типа провалили задание. Я так понял. Подожди, сейчас посмотрим. Да ну, такого не может быть. Снап предлагает пиндарь ей в лицо. Ну я запиндалил ее. Еще раз может? А черная не убегает-то в свою нору эту. Слушай, мне кажется, ее бить надо. Нет. А ее приманивать ничем нельзя. Морковкой. Да я могу ее пугать просто. Да не, ну явно не то. Пугает. А взять, ну не, взять ты не можешь точно. А ты не можешь тоже. Не, ну взять это как-то. Да нет, аз бы съел ее. Ну да. А если другую поискать? Какую другую можно поискать? Вот смотри, там шестеренка есть, пошли, надо туда сходить. Чё, тут нельзя? Можно. Ты запрыгнешь с меня? А, не, высоко, да, по-моему, слишком. Да, я не знаю, можешь попробовать, блин. Ну, тут такой склон какой-то немножко. Это же тяжело запрыгнуть. Не. Так, это слон. Может есть какая-нибудь кнопочка, типа, возобновляет мышку. А это что? Дом не знаю, да, вокруг пройдемся. А, это вот чувак тут живет. Так, камера не в ту сторону. Так, что с мышью? Потрачено. Думаешь? А вот это что? Как? Ну, кто-то тоже живет. Ну, да, зайти нельзя. Не, я могу. Тут невидимая стена, походу. Ешь. Тебе еще попасть на. Не, нельзя. Пошли вместе попробуем, может, что-нибудь. Попробуй ударить ты. Либо. А ты встань туда, вот где она встает, и я ударю. Не, прям на то место попробуй. Не, ну вряд ли, тут такого микро бы не было. Мышку попробуй что-нибудь взять там. Да не, ну все, выходим, короче. Давай, попробуем выйти. Тут есть выход. На центральную зону.
как-то глупо немножко, да. Ну, первый блин клоун. Мы же с Фиделем 3 вначале. Да вроде, если не 4. Пошли обратно. А это как считается, отдельная локация? Не, по шестеренкам та же. Та же? Отдельно, когда... Отдельно, когда мини-игры, то есть когда мы там в двери заходим. Не, мини-игры та же считается. А, ну значит наоборот, а, да. Наоборот, да. Да, значит наоборот, пошли. Это отдельно. Ну и ядрить еще эти ломать. Давай ломай. Тут ни хрена нет. Пошли вначале с мышкой разберемся. Ну давай. Может ее заденешь. А потом я тогда это... А успеешь? А тут я ее раню, наверное, да, когда буду разрушать. Давай хоть попробуем. Конечно. Понятно, принеси ее близко к слону. Ну, чё, пропустить-то не могу. Mm-mm. Не-не, так. И аккуратненько давай. Попробуй взять ее, что ли. Ой. Не-не-не, ты чё творишь? Куда она бежит? Дурная мышь. А подойди ко мне. А ты не можешь никак пугать? Подожди, да нет. Как пугать. Зачем ты ударил-то? Да я думал, не заденет. Не, да не должно быть так. Я не ударил. Написано было ударять. Как-то странно все, да? Ну, короче, ты уже ударил ее на фитану. Ну, блин, если даже не ударять, куда она бежит-то? Ну, так надо было подумать. А нет никакой морковки, типа, там, не знаю, разни. Нет. Всю механику нам объясняют четко, это не больше. Это, блин, детская игра, в которой все очевидно и очень просто. Все очень просто, кроме камеры, конечно же. Но не очевидно. Из-за чего тебе норы сделаны? Мне кажется, она бежала в нору, но ты просто загородил путь, и поэтому... Это на время открывается, так. Ты загородил путь, и поэтому она то не зашла, вот так может быть. Хрен его знает. Я часто не помню даже уже. Да, не надо помнить сейчас. Блин, это говорю, это простая игра, чтобы догадаться, а не помнить. Да ударил. Ты что за микро такое? Может быть как-то по-другому можно? Как-то по-другому. Сейчас, подожди. У меня даже прыгаешь, она, короче, мажется. Может, я не знаю. Чего он тупит вообще? Да походу, не, ну все, когда напугалась, ничего не особо вроде не сделаешь. Ты нажал? Нет. А, это я, на себе. Не, подожди, ну что, она по кругу чисто бегает? Ну да, давай вообще отойдем, посмотрим. Не, ну подальше отойдем.
Ну у тебя камера. Да, я понимаю. Че, если тебе камеру дать? Да я могу хотя бы на нее посмотреть. Не бегает. Может пойти слона ударить? Блин, у меня все равно звуки из скайпа, хоть я поставил невидимый. Походу никак не убрать. Хотя и все уведомления еще в винде отключить. Я просто обычно отключаю уведомления и ничего такого нет, а сейчас-то я скайп открыт. Да нет, такого не беспокоить. Есть только невидимые в сети. Да. Что с мышицу? Так, а назад бежим. А если таймер запустить? Да, и, блин, 100 раз говорил, у меня WinRT-шный скайп, но с магазина, который... Давай таймер запустим. Какой таймер? Да нет, ну, это, да это фигня. Не, таймер не катит. Ждай потом уже. Хрен пойми его. Может быть, как-то по-другому ее можно согнать оттуда? Может, тебя надо кинуть в нее? Не знаю. Че, хочешь опять ее? В смысле, ну нам же это надо выполнить. Мы же хотим на 100% пойти. Потом бы. А что, потом легче станет? Не знаю, подумать, может какие-нибудь способности появятся. Так мы пока бы... Да нет, ну тут должно быть без что-то... способностей. Ну может тебя пугать есть способность. Что-то это такое, ну как бы... Так наоборот же ее нельзя пугать, чтобы она не надо, чтобы нет, она не боялась. Нет, трогать нельзя. Ну так это одно и то же. Надо, чтобы она спокойная была. Видишь, улыбается. А там потом напугана. Я могу разбивать? Я могу. Может тебя оттуда ударить? Чё я не могу разбить? За меня, наверное. А, уже боится, да? Хочешь, я на неё прыгну? Прыгни. Да, не, значит еще не боялась, походу, да, до этого. Вот теперь точно боится, убежала. Может на нее прыгать на, она бежит в ту сторону, которую ей надо. Че за микро жестко какой-то? Какая на рак, черт. Ты обалдела, мышь. Какой бред. Подожди, так она сейчас не бегает, подожди. Так вот не бегает и чё. Может надо подойти к другой норе и что-нибудь сделать? Может ей за маму понести. Может друг друга бить нужно, морковку. Может тебя туда кинуть. Привет, Джокин. Блин, она чё, не двигается цело? Слушай, мышь, ты чё, оборзела? Стоит, смотрит на нору. В чём прикол? А, так она уже даже не так не бегает. Может, это камешек разрушит этот? Теперь бегает. Подожди. И она назад бежит, да? Причем как будто упирается в этот тоннель. Скотину. Да. Во. А, тьфу, блин. Что с ней не так?
Гуль-гуль-гуль-гуль-гуль. Пошли сюда. Вообще пофигу, бегает. Даже если я тут стою. Давай таймер попробуем нажать. Ради интереса. Ну, тут не бывает нелогичных действий. Ну, это же игра, Сони. Ну, блин, мы столько в нее играли в тот раз, и не было ни одного нелогичного действия. Все было четко прям предусмотрено. Время закончилось. Да надо, чтобы она до Унари тогда стояла. Да что ты встал-то, но я не могу, ты видишь, из тебя. Ну, теперь пойди в шоссе таймер-то включи. Так, а смысл? Ну, в смысле, ну она-то сейчас бегала, ты видел? Может, еще вот эти надо повернуть, да? Давай попробуем, она пойдет все-таки. Ты там что, ее ударил, что ли? Она, нет, по-моему, опять бегает туда-сюда. Я ничего не делал, стоял. А стой тут. Я включу таймер, а ты потом прыгнешь на нее. Захит какой-то. Камеру только мне, потом дай. Понятно. Ну и чё, прыгнуть? Слушай, скотина, а? Чё с ним не сделать-то можно? Ну ты пробовал на треугольник, на квадрат всё подряд, да? Ну, треугольник это брать. Ну, пробовал? Пробовал. Тебя могу взять. Да чё-то не так. Я заколдовываю мышь. А в доме точно ничего нет? Не, в дом вообще вроде войти не получается. А смотри, вот эти сломать можешь? Не, ну я же их поворачиваю. Вот эти? Сюда, телепортнись. Ну иди на эту свою штуку. На подиум. Ну ладно, если сейчас это не получается, пойдем все-таки на другие. А, что-то не очень понятно. Просто потому что 37 минут торчим. Так я просто не понимаю, может мне стелс надо тоже что-то. Да написали бы, вот. Написали просто не тревожить ее. Слушай. Что-то тебе не устраивает. Все написано, если потревожили, то придется поймать еще раз. Ну прыгни на нее, ну. Да блин, поздно. Да какая разница? Как это? Ну мы хотели проверить с таймером, так мы и так пробовали. Что там происходит? Слышишь звуки какие-то? Закрываются ворота. Так они долго? Закрываются. Да. То есть ворота были открыты, по сути. Ну проверь, что за звук такой долгий-то? Я говорю, Серёг. Вон, посмотри. Ну и? О, закрываются они. Видишь, болт. Они только что закрылись. Блин. Офигеть, как долго. Да, так мышь тогда бы шла все равно. Ну, прыгай теперь на неё. Не, ссаная мышь. Видишь, она в эту все равно сторону бежит. Ну, блин, не хочет заходить. Подожди, давай к дому сходим, может там что-нибудь есть, пожрать. Пожрать? Да хрен их знает, что не надо. Мужик. А вон тут тоже, кстати, вон норка есть. Не, все-таки нора, это значит, она обратно убегает, а ее нужно каким-то образом провести. Ну как ее приманивать? Что я делать должен?
Может, у меня какой-то способности нет еще? Как ты считаешь? Вот что это такое? Что за надпись? Что? Что тазом, Фабино? Я вижу, что ты это пишешь. Я пока жду, пока ты допишешь. Потому что ты же явно мысль не закончил. Попробуйте тазом... Что? Ну, ёлки ты ломать не можешь. Правильно я понимаю? Да. Напугать? В смысле напугать? Ну, у тебя нет других кнопок. Ты пытался комбинацию с двумя кнопками там как-нибудь? Нам бы написали. Давай, мне кажется, потом появится. Я еще раз говорю, это игра, где все пишут. Все пишут, что нужно сделать. Мне кажется, просто это... Подожди, а это вообще какой уровень получается? Здесь. В смысле, уровень? Второй. Именно так, да, нужно посмотреть? Что? Вот это приберевня, да? Вот это и есть или... Или что это? Ну, походу. Нет, зачем-то другое. Наверное, да. Это жесть. Значит, есть все-таки здесь общие шестеренки-то? Таз? Ладно. Таз, вот. Пошли, короче. Не знаю. Ну, пошли. На стике нажимал, да, тоже. Фабино говорит, идите к мышке. Зачем? Ну, а что с ней делать? Что с этим слоном сделать можно? Я его не могу съесть. Я ему на спину могу прыгать. Соскальзываю. Все способности это крутиться, в прыжке нажать треугольник, это ворваться в землю, только в определенных местах. Просто треугольник это взять предмет, либо его съесть. Все, это все способности, которые есть. А, еще прыгнуть. Блин, да где я не вижу себя? Где я? Попробовали путь, если освободите, потом камни потиху можешь. Да без разницы как. Пошли, короче, другой фанус. Тут вообще какой-то бред. Мне кажется, какой-то способности напугания нет. У тебя. Ну, снап, мышь к слону, и что? А как? Мы понимаем, что... А давай вот к этой... О. Что скажешь? Я вас научу новому трюку. Вот, видишь? Ядрен батон. Нету, нету. Вы сможете собирать различные знаки. Если вы используете его, то некоторые символы не будут на вас нападать. Но потом они могут вернуться. Символы? Да. Это легкий способ временно их нейтрализовать. Попробуй что-нибудь. Видишь? И что, ты думаешь, это поможет? Да, это мышку пугает. Так это вон, видишь, этого пугает. А мышку напугаешь так же и нормально. Все, пошли. Да, попробуем. Ну, пинать нельзя, пугать можно. Ну, он потом. Ой, ну ладно, давай на клинках. Тут ты зашел. Это зачем? Да, хочу. Да, хочу. Эй, ты что, понял, что надо делать? Ну, короче, что-то повторять за ним. Что-то, блин, прочитал. А, ну, короче, понятно. А кто это выполняет? Ну, ты, видимо. Кружок, треугольник. Листик. Так, а я сам буду ехать? Да, он сам едет. Треугольник, крест. Поротый заяц. Че, тебя на коньки поставили? Бедолагу. Так, треугольник, крестик, треугольник, крестик, кружок. Ок. Что-то чуть не призевал. А, я еще должен не призевать? Да.
Что-то чуть не поскользнул. Кружок. Надеюсь, совместных не будет никаких. Сейчас первые три я. Так, кружок, квадрат. Крестик. Кружок, квадрат, крестик, треугольник, кружок, квадрат, крестик, треугольник. Долго все, конечно. Кружок, квадрат, крестик, треугольник. Да. Нифига он там. Пюра. Треугольник. Как я даже 4 кнопки я запомнить могу? Ну мало ли, на всякий случай, чтобы не переигрывать просто. Ну да. Так, треугольник. Сейчас будет 5, наверное. Но, я как всегда. Треугольник, квадрат. Крестик, кружок. Треугольник, да. Треугольник, квадрат, квадрат. Нифига, куда подскользнешься, наверное, опять. Треугольник, квадрат, квадрат, крестик. Да-да, пророк. Треугольник, квадрат, квадрат, крестик. Ты... Я забыл. На палец. Крестик, да? Ну все, пожалуйста. Do you want to try again? С кейтерами. Видишь? Где? Я впечатлен, не ожидал. Кейтер будет великими кейтерами. Вон награда. Хотите сыграть золото снова? Нет. Вот это дерьмо, я больше играть не хочу. Долго. Куда идти-то? А, туда? Где эта штука была? Вот там. Может, слона напугаем? Так, а чё толк? Хочешь, попугай? Попробуй. Вообще, яу. Давай, ломай это все говно вообще. Сейчас твоя миссия. Капец, затолкнул. Само поехало дальше. Ну, в принципе, если предположить, что там механизм именно, то может быть. Но нарки, я насколько помню, это типа чекпоинты. Если ты не туда куда-то будешь. Ты чё ты? Да так проще, блин, там микрить это нафиг. Да можешь её даже бить, ничего страшного будет. А, вон, она сама спала. Всё, давай, вот такого направления туда. Не знаю, давай, чтобы тебе камеру полностью отдать. Пойду даже. Походу от норки надо ее отгонять, да? Но. Блин, так камера не крутится нифига. Да крутится она. А, она по кругу бегает, ок. Блин. Нормально, рейндж большой. Да после, если ты ее ударишь, она вот у этой норки будет вроде. Ну блин, чё она тупая такая? Ну ты сам её немножко неправильно направляешь просто. Значит, опять врежется. Не, нормально. Решил схитрить. Так я думал, для этого и нужно.
Вообще я вот что-то ей, по-моему, уже привыкла. А, наверное, не стоит на нее прям толкать, да? Ну да, вот давай теперь. Сейчас. Толкани. Толс явно стример. Вообще легко, да. Да что такое? Что на упор-то? Ну блин, застряло. Еще раз, давай, давай. Есть! Микро. Вся особо сложность не должна быть. Стенку. Ну блин. На тут. Сейчас стенку. Это немножко блин. Ровнее. Не спеши. Яо. Зачем? А. Помогли. Убили чувака. А, такие они друиды. Не, ну явно это все. Да все, мы уже 50 минут играем, а только прошли вообще одну локацию. Давай сюда зайдем, что ли. Тут нельзя зайти. Там, короче, статуя какая-то есть. Нет, ничего. Давай посмотрим. А там наверху что такое? Ничего. Это туда запомнил. Давай, бочки. Бочки ты можешь сам разбивать. А морковки могу я есть. Сколько этих пятерых нужно? Ладно. Че пятерых? Пятерых можно же есть, да? О, стоп, это за что дают тут? Это за этих, за всех викингов спасенных. Убей меня, короче. Подожди, тут... О, слышишь, где-то орёт, да? Давай тут посмотрим. Нет. А, нифига себе. А что надо с ним делать? Ударить, да? Да-да. Я только чайку слышу. Блин, знаете, с краю. Так, а сколько тут ящиков? 5, наверное. А, блин, мы не видим. Мы видим только, что мы 3 собрали. Ну, скорее всего, 5. А, кстати, вот эти вот статуи что-то... Да, их нужно, короче, мне башкой толкать. Вон, видишь, там дырочки есть. Ну, ногти. И это... Куда что именно? Что им делать, да. Не помню, что. Убить их. Ай, ё-моё. Чё, нырять или будешь разбивать там? Не, давай это... А, разбивать? Ну я разобью. Нет, мне продамажит. Попробуй, давайте. Разбей, разбей. Да блин, оттуда вернуться как-то не очень очевидно. Не, в эти локации, да, потом будем ходить. Случайно. Где? Мимо. Разбегу тяжело. По-моему, все равно мимо было. Не помню, либо статуи можно поднимать. Что-то помнить. Ты их хоть двигать, что можешь, попробуй. И, короче, вот что-то каждый знак значит. А там был знак вот этот вот треугольника. О, слышал щелчок. Давай попробуем дальше. Надо еще все такие поднять, видимо.
О. Вообще мне надо морковок пособирать, а то на меня падают всякие камни. А. Вон тут еще рубей. Ага. Тут, кстати, где-то была, типа, то ли секретка какая-то. Короче, нужно мне долго где-то идти очень. Когда я попаду? Вон, видишь, что там секреточка есть? Где, наверху, что ли? Нет, слева, но я тебе покажу. Только не бей меня. Мне вот так нужно, короче, сидя будет. Что-то щелчка тебе конкретно нужно? Да не, вон, видишь, треугольную. Где пошли слева? Туда, пошли. Вон, видишь, там какая-то штука? А, вот это? Ну давай, заходи уж тогда. Где-то чё? А, видимо, она открывается. А, надо вот этот знак, наверное, включить, да, который нарисован, или чё? Наверное. Даже открывать не надо. Наверное, три больше не надо. Давай. Треугольник? Да. Да не, давай это... Ещё, может, поищем статую. Надо наверху тут собрать. Ладно, прыгай. А. Так, а я не могу. Камеру, да? Там просто викинг. Тут ящик. Дима, хоп, убери. Убить его. Дай морковки соберу. Так, что тут еще? Тут нету, да, ничего? Давай посмотрим. Ой, камера дурацкая. Так, тут что? А, нет. В смысле, там же и есть бочки, вон. А, окей. Вон шестик. А вон Твити еще, кстати. И вот и статуя. И он сейчас про статую расскажет. По-любому. Очень полезный специальный ход. С помощью него вы сможете пролазить через маленькие норы, а также использовать его на свое усмотрение. А. И чё? Не знаю. Чтобы нажми кнопку, даст он чё? Короче, нажми и держи квадрат. Чё он тут тупит-то? Не, колбай. Нифига ты там. Подожди, а этот не с предыдущей ли эры? Какая разница? Ну странно, что он тут забыл. Так они все потеряны как раз. А-а-а. Может, это убьем? Да блин. Что за хитбокс, да, у них странный вообще. Ну это просто 3D платформер. Да, да. Ну включи нормальную камеру. Ты куда? Все. Тут же вот, это зачем? Не просто что? Ну и что тут? Под дом лезть? Не знаю, посмотри. Можешь просто выйти, чтобы. Так ты же и так можешь выйти. А без способности сюда вообще не вошел бы. А вдруг? Ну ладно, лезь там сразу под статую тогда. А, может это... Тут, чтобы под эту залезть? А, тут нету... Нет, тут есть. Не знаю. А, ну может отсюда типа, чтобы вот так вот взял бы, забрался. Не нажав твити. Понимаешь? А смысл? Так а чё, не открылось? Не знаю. Так, значит, давай по низу пройдёмся ещё, потом уже посмотрим, что сверху есть. Чё тут? Не, мы там были. Всё, да, пошли наверху, посмотрим, чё. Вон там шестерёнка.
Блин, ты... Давай разбивай. Нифига себе ты. Наловчился, да? Хадукин. Давай, разбивай. Капец, ты этих контролить не можешь. Да я не стараюсь. Да что, морковок что ли мало? Более, тебя можно убить и... Ну да. Что они, а что мы не взяли? Ну ладно, я что-то не думал, что это другая локация. Я тебя прибью, если она закроется. Да не закроется. Чё? Хотя... Давай. А, типа дракончика, что ли, или что? Наверное, да. Ну, давай. Помощь стрелок, нажми X для прыжка. Талитас атакует, нажми, держи квадрат. Ок. Ох, ядрить. Ооо. Еще прыгать. Ёп, на театр. Тут управление говно. Ну вообще-то нормально, как на снегу. Ну короче, мы еще тут раз 20 поедем, наверное. Да, ладно. И, по-моему, мои броски неконтролируемые. То есть я просто нажимаю бросить. Ты можешь больше шар делать. Да. Попробуй зажимать. Видишь? Тихо. Меня залагало что-то. Давай нет. Или че, сейчас. Смотри, сыграть снова, да. У меня что-то залагало реально жестко. Ну, тебя не лагает? Нет, лагает, когда интернет. Интернет лагает. Ну вот это видно, рассинхрон что ли пошел, да? Походу. Блин, мы даже не сохранились нигде. Паузу можешь нажать? Могу. Во, кстати, нет. Кстати, можно кстати, сохранить игру. Давай. Зато слиться можно. Только как бы сейф не был не битый. Хоть и слоты закончились. Не, ну я вижу, что, допустим, сохраняешься сейчас. Ну ты видишь, где ты и что происходит там на экране? Ну, я где-то вообще вдали. Ну. Ну давай. Чё за бы? Скатывайся вниз. Это дело вот. Да прошел бы что-то. Че, пошли? Статуя на месте вроде. Давай, лупи их. Да ядрен батон, ну как этим управлять? Вон, бери ящик. Кстати. Ну тут еще нужно сквозь все эти проехать, кстати. Блин, собирай хоть что-нибудь. Все равно за одну попытку все не соберешь, но... Ну я стараюсь. То есть, и выиграть, то есть надо... Давай определимся, либо мы сейчас пытаемся победить, либо собрать что-то. То есть и то явно это не вариант. Ну слушай, я пытаюсь хоть что-то сделать. Честно тебе. Пытайся сейчас выиграть просто. Просто выиграть? Да. По возможности пытаюсь что-то собрать. Лаги. Ну, ты уехал в стену. Паузу жми. Что такое вот? У тебя на этом все? Вот сейчас или нормально? У меня нормально все. А, ну давай пробуем. Ну ладно, поиграем. Ты управляешь? Да, да, управляй. Ок. Вот, я в ворота еще, да, езжаю. Да, на льду все. Ворота. А. Но он даже не докидывает.
Пипец, мы тут долго чувствуем. Ну я пытался. А, маленькие снежки дальше кидают, что ли? Финишная черта? Успели? Блин. Короче, если говорю лаги, сразу пауза. Угу. Сейчас давай на победу, а не на свор. Да не, я не знаю, зато вот попадать вообще, по-моему, бессмысленно. И я фиг попаду просто. Чисто случайно. Собираю, пытаюсь. Ну вот видишь, попытался собрать, сразу проигрыш пошел. Плевать. Так потому что нужно либо то, либо то. Ладно, пособираю. Какая разница? Ну давай, ты на сбор. Ну блин, на сбор. Блин, тут управление жесткое, я тебе говорю. А ты прыгать можешь? Намеренно. Да. Нифига я забожу там. Прыгай тут. Да ну блин. Пытайся кидать все равно маленьких хотя бы. А вот где нормально. Попал. Да попадаешь, не попал. А до чего ворота-то? Все-таки нужно. Это чтобы их нужно всех проехать, тогда тебе 25 вроде дадут. А так они вроде не собирают. Так а их нужно все проехать. Понимаешь? Нет, а эти их не проезжают ворота. Ну да. Блин. А, я еще снежком разбиваю эти кристаллы. Да. Я же скайп вроде. Сейчас я сделал скайп. Не беспокоить. Ну хотя бы первым приехал. Ну все, тут не важно сейчас. Ну если, кстати, будем не теперь первыми... надо все ворота теперь, да, надо или что? Че хочешь, попробуй, конечно, я обещаю. А надо все ворота и победить, или просто все ворота? Вроде пофиг, все ворота достаточно. Да давай, пофиг. Ну, ты, это, блин. Ну, короче, я пытаюсь и победить все ворота, давай. Блин. Попал. Dream Team. Хорош, ё-мо. Вообще мы играем не по правилам, да? Тут как бы стежками кидаться, это явно нечестно. А их двое зато. Так, ну, блин, так каждый за себя. Где ворота так? Хорош толкаться. Так, а в кого если стреляют, а их же нету. Да, я не знаю, что тут. Ну, тут надо будет проехать еще раз. Чувствую, мы тут надолго с тобой. Да не, ну еще попыток 5. Вот, видишь? Ты собери, ну. Ох, тут нафига ты вообще-то ехал? Надо было собрать, несмотря на проигрыш. Так я не мог уже назад. А, ты не мог? Да. Я пытался развернуться. А, я думал, ты можешь вообще остановиться, хоть назад поехать. Нет. Ну ладно, чё, поедем. Значит, видишь, пофигу, ты первый или не первый. Ну да, всё равно шестерёнка появится. Где ворот? Пытаюсь Акма взять. Оптимист просто, ну в смысле? Не очень понял, про что именно снап имеет в виду. Че у меня там стрим запустился? Паузу. Да уже поздняк. Ну, в смысле, ты ворота пропустил. А, попыток 5 остал. Какого черта у меня стрим запустился? Ну, наверное, у тебя просто был открыт плеер. Ну, был открыт, но у тебя что, это отрубило, что ли? Дропов нет. Ладно, давай. Тогда собирательством занимаюсь, да? Давай.
по максимуму. Да вот, вон справа. Напытал. Ворота забей вообще то. Я ворота не. Вот это прыгай давай. Оп. Так, ладно. Уже хорошо, неудобная такая. Да. О, все три собрал. Так, что-то помолодил тут эти. Нормально. Сейчас давай направо. Там ты не собрал все. На не справа края будет. Справа прям. Лишний. Вон, вон в этой, да. Ты старайся. Может так легко попасть? Нет. А, так она осталась. Лол. Че, ворота-то не наши? Нет, просто, видимо, один раз ты собрал, и она там появилась навсегда, что ли. Хорошо, это хоть и бесплатно, да, это дает. Видно, им самим что ли в кайф. Но бесплатно на попытки дают. Да даже морковки, если бы они давали тут. А если я, наверное, сейчас поеду, то жизнь дадут. Ну и ладно, не буду. Собирай, собирай. Ну блин. О, о, хотя одну взяли. Давай ничего не пропущу тут. Вот, вот это. Там видишь же, они толкают. На. Морковки. Ни хрена себе там эти снежки пробивают снежные кристаллы. Что заносит где-то? Сейчас слева будет. Слева? А, не, ну вот на повороте на следующем. А, вот это, кстати, я забыл. О, вот. Когда помнишь, там спуск, и там слева будет. Не, не этот еще вроде. А, вон, 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 вот это, да. Уже как-то вот так, только я не вижу ни хрена, видишь. А камеру ты не можешь поворачивать? А, могу, кстати. А ты не можешь камеру мне отдать? Нет. Блин. Что тебе делать-то, мне хрен, по сути. Ну да. Я смотрю кинцо. Че, справа? Давай. Да, да справа, ну ты же не собрал. Тут просто смотри, помню, ничего нет. Давай, ак. Мимо. Ну? Еще пару попыток. Еще одна жизнь. Не, не дадут ничего. Дадут. Видишь, ничего не дадут. Что-то им реально в кайф кататься. Так, вначале ничего нет. Уже, по-моему, все собрал. А, тут сейчас на прыжке ух ты. Ну блин, ну. Блин. Ну видишь, как. Ну ладно, снап, не 5. Знаю, что ли, процессор так жрет. И гоночки. Это из-за инета. Лаги из-за инета. Когда, то есть вместо рассинхрона тут лаги. Да. Камеру повернуть. Ух ты ж. Камеру поверни. Ну вот, я говорил, нельзя возвращаться. Немножко, но можно. И вообще притормозить можно. Все равно едет. А прыжками тормози. Право. Где-то посередине. Тормози тут как-нибудь об стену там. Ну нет. Куда тут? Ну Фил, ты вроде все собрал. А, нет, одну не собрал. Блин. Это жесть. Тяжело. Хочешь ты попробуй поедем, может тайк один. Да не, давай, раз то, что взялся, значит все. Хотя, конечно, интересно, но не, я пока мандаринку съем. Ну ладно.
вначале. Взял. Тут еще три как-то взять нужно. Да я не знаю, как их брать. Вообще можно реально их не бить даже. Они и так сливаются, как вал. Так, тут все взяли. Да. Так. Ну куда он? Ну. Одну, две только вроде взял. Зо, не забудь сейчас. Справно. Он как-то... Ну... Нет, я бежал, блин. На какой-то там поворот неудобный. Ой, случайно нажал. Случайно. Сейчас загрузка долго будет опять. На шитах. Да, хочу. Че, решил покидаться все-таки. Кстати, я у кого-то такую же картинку видел, как у тебя. Картинку? В смысле? Да. Ну, это... На СК-2. О, взял, надо же. Ну. А, вот это где в пледе пепка? Да-да-да. Ну да, я где-то ее, по-моему, на форуме стыбзил. Че, даже морковку собираю. Две, да, осталось вроде? Ну да, одна вот за поворотом, и вот эта последняя серая, да, и все. Не знаю, попробуем на скорости взять. Ура. Сколько там, 10? Еще на как-то. Ну, наконец-то, все. Чудом там кто-то взял. Фу, еще и выиграл. Все, не хочу. Вообще, тут жизнь слили, да? Разве? Да. Ну, и заработали. Так. Так я там когда залагал, вроде. Так это 200... А, видишь, это отдельно. То есть мини-игры это отдельно, а... Блин, а как понять? Тут по-разному, тут по-разному. Ладно. Да фигово тут немножко сделано. Нет, снап, мы 200 собрали, это явно, ну что все. Тут всегда круто чисто. Да. Чё, будем в хоккей играть? Давай. Подожди, ну, ну ладно. Но это относится так... к общей локации. Да, хоккей к общей локации. Так, явно вдвоем да, играть. Чего? А, хоккей? Ну это как этот, помнишь? Типа баскетбол, а кто на воротах еще? За 15 морковок. Да. Для стрельбы... Подожди, чё? Ай выигрывает, гейшь к шайбе и подними её, нажми квадрат. Давай так разберёмся. Не, квадрат для стрельбы. Держать для сильнее стрельбы, нажми... А, вот. Чтобы сильнее ударить, нажми кружок. Не, чтобы сделать пас. Не, чтобы сделать пас, нажми квадрат. Кружок. Нажми кружок, чтобы...
кнопку, чтобы сделать пас, понимаешь? А нажми квадрат, кнопку, когда нет шайбы, чтобы отобрать. А, значит, квадрат отнимать, квадрат бить, а пас кружок. Ну, как и там был. А у нас есть вратарь вообще? Видимо, нет. Нет. Нету. Стой на воротах. Да не, нафиг на воротах стоит. Если у них интеллект, как и в тот раз, то смысла вообще нет. Я просто посмотрю, как ты будешь забивать. Ух ты ж, не попал? Вратарь прям вообще профессионал. Хорош, блин. Да хорошо, убирайся. Эй, ты что делаешь? А, блин, я думал, там шайба, я не видел ее. Вон стоп правильно говорит, ворота защищать для слабых. Раз ты упустил шайбу, все. Странно, я не видел ее просто, ну ладно. Хорош бить меня. А, она у меня даже сейчас? Да. Как да. Я должен был это увидеть? Так вон, синенькая такая. Нельзя никак ускоряться. Иди подальше, я опоздал. Давай, давай. А, дно. Не, ну слушай, уже поинтереснее все равно. Да блин. Тимплей пошел. Да вот 15 морковок на фармить вообще. Ой, я на кружок случайно. Это не считалось? Подожди, она же была в ворота. Ты я не понимаю тут вообще. Бить. Я шайб. Где шайб? Затря? Не знаю, тут драка. Вон, у тебя. Так меня вот так же зажали, прошу. А, дно. Не кидай мне. Вот сейчас можно. Или бей. Тоже. Ну как тракали это унижает? Как так вообще? Искусственный интеллект убеждает. До пяти, да. Ну да. Как я взял? Вообще, вот тут. Ну блин. Ты знаешь, я в рот завел. Блин, я в бортик попадаю. Я вообще забил. Мы сравняли. Пошел разгром, да? Че, дуть можно на самом деле? Не, ну я затащил просто что? Вообще всю команду. Да. Что-то вратарь вообще где-то отстой, но нет. Че, жизни не будем? Да нафиг. Нафиг не надо. Твои пасы вытащили игру, да? Фармил. Хорош, я потерял морковки, а не нафармил. Так, а сколько мы тут собрали? 308, значит 1500. А, ну пошли в ту дверь, которую мы так долго открывали. А, еще вот найти вот этих можно. Еще вот тут можно, короче, наверное, мной вот так вот сделать. А, давай. А, да убери ты его от меня, блин. Иди. И закрутись еще раз. Кух.
хрень сделали. О, я чувствую, я понимаю, что это. Подожди, чё? Прыгай на выключатель спереди себя и смотри порядок, в котором зажигаются кольца, потому что готов использовать... Мне нужно будет... Используй супер-рошение, чтобы пройти. Это тебе, да, супер-рошение? Да. А, в том же порядке через кольца тебе надо будет пройти, ну давай. Стоп, а мне что надо делать, запоминать? Да ничего тебе не надо делать. Подожди, тут не по-английски случайно, нет? А то он просто по-английски говорил. Ну, пока легко. Да, легко. Ну, и давай. Я посмотрю. Да. И это потом налево и накрест. Чё за фигня? А. Не останавливайся на это. А, кнопку не отпускать надо. Ну, снап, я читаю, как перевели уважаемые переводчики. А, надо нажать. Я понял. Я заново буду. Только ты можешь нажать, что ли? Ну ладно. Ну понятно. Сейчас, наверное, кнопку надо было не отпускать, просто еще не привык. Как ты сбоку въезжаешь в ворота? Ну надо же. Я, пожалуй, это возьму. Так, ну тут посложнее сейчас будет. Хотя, наверное, не очень. Да что-то самая легкая комбинация попалась. Только контролить тяжело. Надо было, знаешь, короче, самые дальние, чтобы взялись там. Ну вот это было бы нормально. Вообще какими-нибудь крестами там диагонально. Тебе всего лишь прямо надо было проехать. Ты начал зигзагами ездить. Три попытки меня на все. Ох, слушай, вот давайте тут надо эти убрать. Это насчет этого. Вот ты и пригодился. Че, вы веселитесь так? Они сейчас по-динамически будут показывать тебе. Какая следующая. Ты ядрен батон. По-моему, так даже легче запоминать не надо. Управлять тяжело. Все? Походу. Ну, легко тогда. Ну, в детстве, наверное, с управлением все-таки не справлялись. Стоп, это мы сюда добавили, да? Да, 348. Да, да. Значит, еще осталось 52. Не, пошли туда, куда мы хотели изначально. Подожди, дай морковку, пожалуйста. Все. Куда? Ну, вон туда. А, босс. Там, походу, мы 52 найдем. А, там всего лишь это. Для босса. Пиу. А, их две всего лишь, что-то. Нет, а открыть как тогда? Так, где мы не были? Мы не были в Лунной аллее и Царство Элмера. А, ну Царство Элмера это, наверное, босс, а Лунная аллея это надо найти. А, вон та пещера, это чё? А, еще есть тот тут, не забывай. Да, я помню. Но я с учетом этого говорю, пещера что... Пещера это хоккей. А, я да? Помню. Не заходим. Да. А тогда там, наверное, что-то. Это где-то вот там должен быть. Че есть тут что? Не, нет. Нет, ничего. Mm-mm. Подозрительно. А почему камера на меня переключилась? Я. А, вот я... он на аллее. Да. Я же камеру переключаю. А. Специально. Ну чтоб кетель проснулся.
то вроде с боссом драться что-то вспоминается такое. Да не, босс же там другая штука. Это мини-босс будет тут. Давай собирать, короче. А сколько тут, подожди? 100, что ли? 200, наверное. Это что такое? Нет, слушай. Чё, что-то написано, пусть откроется, когда свет ударит, ну понятно. Я походу так просто не избавиться. На ковальню тебя падал, да? А это чё такое? Наверное. Чё за пещера? Давай посмотрим. Телепорт куда-то. А, нет. Я один пошёл? Не ломай эту штуку. А я не могу ее сломать. Иди сюда наверх. Наверное, ее ложить надо, чтобы эта штука упала. Что-то случилось. Прыгай вот на эту штуку. Ложи. Там вон еще один. Зачем две? Вроде одной хватило. Чтобы ворота, может, открылись. Вон там еще шестеренка. Слева. А, ну давай. Ну подожди, давай сюда вначале. Здесь я возьму. Так, там еще может быть. Поставь на меня камеру просто. Блин. Тут нету больше нифига. Не, нету. Давай наверх. Это что? А, это ты вошел или нет? А. А вообще встань сюда. Зачем? А. Да не, там свет должен попасть. Блин, что-то большая территория довольно-таки. Ну так все. Вон, кстати, там этот. Дай попробую долететь. Попробуй. Переключи камеру. Так, сейчас. Меня найди. Я уже появился. Где? Знающий. А, вон, по-моему, наверху. Да нет, мне кажется, там же. А что это такое? Ну, разбей. А вот можешь сюда зато, наверх. Не могу. Это я должен. Да, я должен. Вон ящик. Это не тот. А, вон. Ну, все. Отсюда, а ты меня кинуть можешь? А, точняк. Оттуда, сверху. Давай оттуда, без разницы. Ну как это без разницы? Оттуда ты не долетишь снизу. Да. Камеру поворачу. А. Попал? Вроде да. Нет. Подожди, а куда ты меня? В воду. А в прыжке ты не можешь мне? Да надо поближе подойти просто чуть-чуть. Можешь меня в прыжке кидать, попробуй? Кинь меня. Только не упади. Попробуй вверх. А, надо. Там еще? Да, да, и там еще. Хотя, наверное, если ты его берешь. Да нет, походу да, надо там в другой где-то области. Давай, ладно. Потом возьмем случай. Киньте ящик с барахлом. О. Пошли наверх. Пошли. Да кинешь меня. Да, ну блин, нифига себе ты обленился. Ты вообще тут долететь можешь. Да ну, что-то расстояние такое, мне кажется, большое. Нет. В этой штуке можно пройти, наверное, да? Тут нет ничего больше. Угу.
Так, это мы оттуда пришли, да? Ну все, мы это все сделали. Наверное, все. Да, мы туда попадем. Но мы в первой не доделали, на самом деле. Че, туда вернемся? Так спрыгивай, ну че ты ходишь-то? Я не вижу себя. Так ты телепортни здесь. Кимон. Это обратно, да, вроде? Угу. Да блин. Ой, камера, это забей просто. Почему вот если не зашел, то вместе не заходит, просто сделано. Заходит, если заходит тот около камеры. Как сюда наверх попасть можно? Там наковальня, а можно через наковальню? Что-то она скользкая. А блин. Ладно. Пошли туда сходим. Мы в этой пещере не были? Наверху не были. И наверху, и в пещере. Ой, ё-моё, смотри, сколько тебя ломать-то. Чё, умереть можно? Там сейф стоит. При сохранении. Так, чё тут? А вон сюда же. А, ну отсюда меня бросит, значит. Ну сюда давай вначале. Там к этим плачущим, видимо. Вон слева там есть. Вначале тут что-то. А тут как убивать эту хрень? Ну я должен в прыжке закрутиться. А, все вот. Там наковальня. Так, пещера там, эту. А тут к этим, да? Тут плачущий один. Ну отсюда явно не достать. Не, на через верх как-то, наверное, там окажется. В пещеру, наверное, тогда. А, ну ладно, потом туда. Подпрыгнул-то. А. О. Все, разбивай. Так вопрос зачем? А, наверное, на ту надо. Не на эту, наверное, на ту. Ну не давай, очень. Опускай. А как я опущу? Ну блин, встань на нее. Нужно одному тут стоять. Может, соберем вначале все? Да я бы собрал. Да тут еще может быть что-нибудь. Подожди, пока это не ставь. Там еще где-то было что-то. Почему не ставить-то? Подожди. Так я должен туда забраться. Понял? А. Вот еще. Бери. Отойди. Капец, камера. Что-то я не могу теперь. Жесть какая. Надо было сразу, видимо, убери это. Стоит. Ну это жесть. Камеру на меня сделаем. Ну да, вот мы наверх, кстати, пробрались, да? Лол. О, еще одна? Да. Так тут их три. Где-то там был. Это вот, вот тут я был. Тут еще одна пещера, да? Угу. Или мы из нее пришли? Да нет, не из нее. Как туда забраться? Куда? Наверх. Да посмотрим. Еще вокруг крути. Тут может. Крути еще. Смотри. Вряд ли. Ну почему? А, может быть я тебя смогу. Да фото не ту кнопку. Не ту кнопку. Достань ты, ну. Не надо прыгать.
Как ты мне? Ты же прыжки не можешь. Так я же... Блин, камера у тебя, что ли? Ты можешь отдать? Да. Можешь так вот закинуть? А, я не могу вверх кидать. Далеко стоишь как-то. Да, дай камеру. Еще чуть-чуть опустили. Так. А, вон. О. Там еще шестеренка. Подожди, давай влево сходим. Ну я буду стоять наверху, ты спрыгнешь и попытаешься собрать их. Так. А, вон один. Все понятно. И один внизу, да? Ну да. Вот ты его с нижнего попытаешься взять. А. Так, ты не телепортируйся. Где он? У меня камера? Угу. Все, тут больше ничего нет. Ничего. Еще одного где-то надо идти. Ну да. Наверное, тоже там где. Да что ты в воде смотришь, она ледяная. Так. Ну вдруг в воде он там плачет. Слишком большая концентрация плачущих на квадратный метр. Так, молоточек это, наверное, тебе надо, да, брать? Да, ты жрёшь. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ну, видимо, мне нужен цепер. Да тихо ты. Как таки крутится тут. Не видишь, там молоток нужно взять. Ну, чё ты промазываешь? Камеру бы дал. Другой да бы еще чего. Так, крути. Ох, ядрить. Колотить. Бросай молот. Да, он сам исчезнет. Это где появилось? А, здесь. А зачем? Мы же тут уже собрали. Ну, подожди. Ну, прыгай туда. Нет, вначале нажми. Зачем? Чтобы зарядить её. А-а-а. Понял? Так, камеру, пожалуйста, в студию. Только это сразу не... Прыгнуть, что ли, тебе надо, или что? А-а-а, крутанись. Попробуй. Нет, на этой штуке. А, еще, так я пробовал. Еще раз, я просто сел, видишь? А-а-а. Блин, может, зачем я тебе камеру отдал? Попробуй подойти и на треугольник нажать. На треугольник. Блин. Чё, камера не отдаётся? Походу, она у меня? Нет. Я не могу камеру тебе отдать. А сейчас? Никак. А сейчас? Нет. Я не могу тебе камеру серьезно отдать. Слишком далеко, да? Ааа, ты покемон. Куда тут идти-то? А, я не могу телепортнуться. Ну, в пещеру. Где она была, не помнишь? Ну, вот, вот она, вот тебя. А как я там один пойду? Никак. А ты можешь камеру сейчас отдать? Не могу. Попытаюсь. Еще, а, ну не, вряд ли. Я могу как минимум сдохнуть, ладно, давай. Ну да, воду просто прыгну. Слишком долго. Ты добил волка? Я думал, его нельзя добить. Там а, это катапульт вот сюда и закинет, походу, на эту вот штуку. На эту штуку, да. Сейчас найди меня там. Давай ищи. Здесь где-то должен портнуться. А прикол, если там где-то. А, вон. Не-не. И не бросай меня больше.
Так, подожди. Ты, скорее всего, ты сам что-то должен нажать. Что я должен нажать? Как ты сел-то? На треугольник. Ну, сядь. Может, я стоял, потому что... Попробуй. А камеру отдай мне. А я знаю, почему не работает, у нас одна не включена. Чё не включена? Лунный свет это. Из-за этого не работает. Понял? Не, при чём тут это? Это чтобы её включить и нужно. Подожди. Это как ты меня заставил телепортнуться? Я знаю. Странно. Не, короче, смотри, у нас одна не включена там. Да при чём тут это? Мы это включили вообще крутилкой в пещере. А свет нужен, чтобы мост опустить. Свет нужен, чтобы мост опустить. Но мост опускаем немножко. И отсюда капультируемся на мост, он не до конца опустится. Понимаешь? Ну ладно, пошли, раз ты так уверен. Ну и куда ты? Я откуда тебя докидывать-то должен? Не отсюда, другого места. Там слишком низко. О. Вот отсюда. А, может на эту прыгнуть можно? Не, ну вряд ли. Пробуй. Пробуй прыгнуть. Или туда катапультировать должно. Я ж тебе только что говорил, туда катапульт, а ты уверенно сказал, что нет на мост. Ну, пошли обратно. Все, на катапульте шар скрутится и на месте стоит время запуска. Так мы не можем запустить ее. Ты пробуй на эту запрыгнуть, ну. На эту? Ну. Оба. Если нет, то идем обратно к катапульте и жмешь все кнопки. Так на наковальню я имею в виду. Она выглядит так, как будто на нее можно встать. В эти камеры, да. Не-не-не. Да не, не могу я на нее. Что, а почему я не могу камеру от первого лица включить? Я тут допрыгнуть невозможно. Может, если ты вот с верхней попробуешь, откуда-нибудь, вон с той. С очень верхней. Не? Значит, с катапульты, все, пошли обратно к катапульте. Будешь там шарик сворачиваться, что угодно делать. Ну видишь, Снап, он говорит, что якобы на мост. Хотя очевидно, что мост вроде опускается, когда мы включаем эти луны. Блин, опять мне это собирать все? Давай. Вообще... Забирайся, мне придется телепортнуться к тебе. Ну блин, телепортнулся бы ко мне вначале. У меня камера сделай. Возьми. Положи здесь. Я, наверное, тяжело, да? Все, в принципе. Да ладно, вес таза вообще ничего не значит, что ли? Нет. Ты пушинка. Лол. Что за... Камеру в студию. Так, это мы взяли. Да. Да не, блин. Мне кажется, зря ты меня поднял. Может, я сюда встану? Может, кубики сюда надо тебе принести? Да ну, бред. Ты чё? Давай я просто
все. Может, надо в пещеру зайти и там покрутить? Ну, давай попробуем. Кстати, да, она же из этого выскочила. Нет, ты-то зачем заходишь? Ты должен стоять на ней. Так. Давай, стою на ней. Ну, ладно, да это не важно, если даже сработает. В смысле, как это не важно? Тебе нужно на ней же стоять. Попробуй просто. Утонуть. Не, нифига. Все обрублены, да? Да, да. Странно. Может, ты отсюда тупо долетишь? Не, конечно, вряд ли. Вроде ничего с ней не могу больше сделать. Ну странно, ну тянули ее и что? Подожди, давай подождем, может, сам сядет. Ты зря меня поднял, вот единственное. В смысле зря поднял? Куда я сидел? Хочешь сказать, какой-то скрипт заглючил? Может быть, очень. Да, да ладно, не бывает на приставках такого. На старых особенно не помню, что такое было. Или бывает. Не, ну как бы это можно легко исправить, просто зайти и выйти. Да, и тут все заново делать. Да. Ты точно, да, все перепробовал? Может, может подержать что-то надо? Как ты насчет перерыва минут на 10 так? Ну, если тебе нужен, ну ладно. Ну, желательно, да. Ну, давай. Я поем, хоть пойду схожу. Ну, давай тогда перерыв. Давай. Ну, можешь сохраниться пока.
Все, поехали, эфир, да? Короче, ты им паузу отожми только, пожалуйста, все, на, спасибо. Так, и камеру номера. Ой, камеру. Да. Так, сюда его пока еще не будет, но мы, короче, пока возьмем, вот так вот выйдем из этой локации. Выйти на центральную зону. Да. И пойдем, короче, опять. По-другому никак. Не знаю, может, конечно, на этой локации побегать. Хотя тут все уже вроде собрали. О, 4К. Так, ну это не для Босяцкого. Смотрим на Босяцкого. Вроде нужно две монетки собрать. Да, не знаю точно. Так. Смотрим на эту локацию опять. Так, это до сих пор горит. Это опущено хоть чуть-чуть. Да, вот эта штукенция вроде чуть-чуть опущена. Так, мы там были. Тут тоже мы были. Блин, чайка. Так, а как я тут один пройду? А я один тут не пройду. Ладно, волка запинаем. Бедная песик. Ну, тут это... Нужно как минимум вот эти штуки. Так, ладно, я... Включился сейчас на время, сейчас, чтобы помочь пройти. Так, куда? А, я понял. Тебе нужно наверх забраться, и чтобы я телепортнулся наверх. Но. Нет, тебе нужно наверх забраться. А, да че я парюсь-то? Ты иди, пей, я же могу тейк сделать. А, ну давай. Вот и все. Ой. Что такое? А, интересно, как отключаться? Да, странно. Как? Ревиз? Да, напиши ты в этом даже. Ты можешь в Меднафе не написать. Так, смотрим. Реа. Так. Реас 1. А, Релиаса. Все понятно. Релиаса. Все равно. Антейк может. Не знаю. Тейк один. Гив. Так, а если я просто take 1 напишу? Так. А, это же долго будет. Там же 50 кнопок нужно настроить. Да ну забей это реально. Хотя... Ладно, давай настроим.
down, left, left, right, right. Так, шолдер, шолдер, шолдер. А что бы их сделать-то? Так, это стики. Но они не нужны, по сути, мне. Тут тоже кнопка не нужна. Все. Так, камеру ему делаем. Да, забавно. Непривычно за ТАЗ заиграть вообще. Другие команды. Как я поднимусь? Хотя фиг знает. Ой, чё твое? Треугольник же уложить. Наверное, с той стороны получается подниматься. А я тут поднимусь за счет ящика, кстати. Не поднимусь. Не поднялся. Так. Включаем камеру. Как телепортировать-то? А вот. Так, где это катапульты-то? Или они все закрыты получаются? А, и катапульты нет, да. Так эти получается, они правильно все. Видишь, опять вот это нужно двигать. Так. Тебе долго еще там чай пить? Ну, ладно, это же весело. На стриме нормально. С собой человек разговаривает, еще и икает. Так, камеру переключаем. Все очень сложно. Приходится за двух игроков контролить. Когда катапульта готова, что, наслаждайтесь полетом каким-то. Да. Ты прав был. Только вот у меня он сейчас на треугольник сел. В отличие от прошлого раза. Мы все собрали тут или не? А, еще босс, наверное, упадет. Ну ладно, на босса без тебя не пойду уже. Ну, а пока подурачусь. Можно морковки пособирать.
Так, хочу на него запрыгнуть. Нельзя. Съезжает. Так, а чат-то я не открыл. Ну да, вроде ничего не пишет. Почти. Так, все у нас соскальзывает. Итак, продолжаем. Тут уже за меня катапульты воспользовались. Ну. Ты тейк 2 пропиши только. Чё прописать? Тейк 2. А то у меня два управления. Тейк 2. Угу. Какой у тебя что-то этот аналог не работает? Работает. Работает? Так думаю. Ну ладно, побежали на босса. Ну это полубосс. Да пофиг. Все быстро пройдем. Наверное. Ну наверное тебе гранаты нельзя. Смотря насколько тут камера будет бестолковая. Смотри, тут щит есть, наверное. Противобомбный щит написано. Ты берешь. Наверное просто нужно отбивать. Арканоид. А, вон. Да. А, все, понял смысл. Ой-ой, это больно. Ты сперва, где щит? Пошли с той стороны, наверное, появился. Может их всего два? А может быть и всего два. К тому же у меня просто не хватит здоровья и на еще один. Ну давай. Ну-ну-ну-ну-ну. Поздняк. Да. А, не, кстати, щит не упал. Что-то сейчас будет делать другое. Блин, да фиг, что, не убирай меня от камеры, бей его. Ты чё? Да, щиты нужно просто размочить всё вроде. А он-то зачем прыгнул? Мне кажется, его бить надо было. Ну, мне сейчас... Ты чё, не видишь, что ты мне камеру убираешь? Ну блин, как я могу управлять, если ты меня не видишь, блин, я не вижу, что делать. Так. Не убегай так, чтобы меня не видно было. Постараюсь. Ну попробуем его так атаковать, конечно. Мне кажется, его не обязательно атаковать. Да не, просто щиты нужно размочить. А смысл? Ну типа корабль потопить. Да блин, больно же. Блин, даже на босса. Да ж. Халява. Этим игра вдвоем легче, кстати, получается. Ну да. Да тут было сразу заметно во всей игре, что вдвоем легче. Погнали туда сразу. Музыка клёва. Ну так. Но его никак не ударить. Да ну, нереально. Ну да, сейчас щиты. Ну опять ты убежал, что я не вижу. Тут стой. Так давай справа щитят начинать. А чё это он?
прикольно. Не знаю, бомбы кончились. Блин, зараз. Что, она как-то быстро прилетела в этот раз? Да, она как бы на меня летела. Да блин, сейчас на тебя полетит. Не получишь, видишь? Не попал. Не попал. Да не знаю. Да стоим вместе, чтобы бомба летела в нас. Ауч. А куда бомба исчезла, которую он кинул? Не знаю. Не тебя, Ваня. Блин, тут иногда аналогом тяжело управлять, на самом деле. Не, аналогом намного удобнее, мне кажется. Нет, ты не знаешь, что такое на щите кататься. На. Не, ну не знаю, просто я привык уже стиками управлять вообще во всех играх. Да, меня. Ну, кроме Иван, конечно. Че ты увернулся? А, не знаю. Меня, подойди ко мне. Инстинкт ворачивания сработал. Блин, задел же. Доигрался. Да я прикалывался. Черт. В чем прикол атаковать собой? Не знаю. Третий раз. Еще раз. Давай, гуф. Да не закрывай ты мне карты, ну. Где-то пофиг вообще, он у тебя не прыгает. Короче, ко мне подойдешь. Подойдешь. Ну берись ты. Посечный. Значит, не бралась вначале, а потом меня кинул. Ой, ты не косячник вначале. Ну я не говорил, что я не косячный. Хотя. Да блин, куда ты их кинул? Нифига себе ты там. Да блин. Повезло. А чем прикол, да? Вот щиты потопили, корабль тоже утонул. Ну, может они антигравитационные? На воздушной подушке, да? Ну. Где-то там камера должна быть. А для чего молот? Ну, наверное, чтобы заколачивать какие-то деньги. Сейчас посмотрим. Какие может, деньги? Просто так. Может вот эти штуки нужно заколотить? А. Ядрить. Ну давай, удачи. Ну ладно, если что, воскресишь. Я не вижу из-за тебя. На тебе подальше. Ну я вообще тебе камеру отдал. Так это ты там стоишь, как бы мне не очень давно. Ага, ты тут появляешься. Видишь, как бы далеко было. Так ты пробуй крутить, по идее, она должна поменяться. Ну ладно. Ну пробуй сейчас крутить, видишь, она... Что-то там было, уйти. Ну, все, уйти назад из карты. А ты не можешь что сделать? А, уйди лучше какой-нибудь. Ну давай я с тобой буду прыгать. Ну, либо со мной прыгай. Ну что-то она просела. Да ладно, сольемся так сольемся. Или освободить. Да ладно, я должен затащить. Там шестеренка. Еще раз босса проходить не очень. Ну давай, прыгай же. К тому же, мужика жалко все-таки. Но. Че, к вам полетел? Или че? Где шестеренка-то? Ну, походу взяли, да? Нет. 275. А посмотри, нету там. А, вон. Ну только аккуратно.
Может сразу попробовать? На берег, да, конечно. Зараза. Сразу в центр, видимо, кидает. Угу. Ну а смысл идти там? Все, босс. Так, а куда мы, где мы появились, что-то я не понял. Не, все-таки надо идти. А, ну да, это мы из босса вышли, что только. Там же как отдельная локация была. Это выход? Нет. А где выход? Там. Да? Ага, сейчас. Текстурка. Да стоит хуже. Сколько у нас на главной локации не собрано? А, вот это же в главную считалось. А, нет, это не в главную считалось. Нет. 52, давайте. По-моему, не собрано. А, вон, 348, верно? Значит, 52 не собрано. Ну и плюс вот этих плачущих. Блин, чувствую, мы опять где-то искать будем. Ну да, и плюс надо посмотреть еще ящики, все ли собрали. Пять, да, в ящике все. А, и кстати, этих тоже всех, вон мы сейчас. А, вот, как раз таки в этом, в боссе, видишь? Не всех. Вот, да, вот в боссе, да. И в боссе ящик, наверное, будет. Одного в боссе, походу, надо. Ну, как раз таки, там и шестеренки будут. А, нет, там шестеренки отдельно считаются. Да не знаю, за ящики как считаются. В ящиках тоже. А чё? Так это же будет к боссу ящик. За ящики идут шестеренки, но это к боссу прибавится. Подожди, справа же вроде вход, нет? Разве? Что за звук был? А где она? Вот это? Нет, это другая пещера. Не, не, а что это, а вот это за пещера? Тут были? Да были, были. Ну там ничего нету. Ты туда не войдешь. Да? А. Там лежала вот эта монетка. Где ты? Вот же вход вроде, вот эта скала, только где там? Ну, ты, ну ты камерой бы работал почаще, было бы нормально. Короче, мне лом. Отойди. Да она там, короче. Пошли туда. А, вон, да. Зря спрыгнул. Тут-то нигде еще нет. Какой-нибудь ящик. Нет, это... ящик же мы определили, что мы тут все ящики собрали на открытую эту локацию. Что за знакомая вообще территория? О, да, знакомая. А, тебе на мной разбивать, наверное. Нет, ты сам можешь разбить. Ты же крутиться сам умеешь. Чё ты вниз не упал? Вот видишь? Ну, крутись. А, все, я понял. Тебя. Написано же было боулинг. Да я думал, ты мной разобьешь. А я же не по полу кидаю, а по воздуху. Не успеешь, да? Не успел. Чуть-чуть не успел. Они сразу повернутся, да? Ты убери камеру. Нет, ты прыгай туда, как только они начинают туда идти. Ну давай. Сейчас уже не успеешь. Блин. Все, уже прыгай. А, нифига, да? Попробуем, Майк. Да нет, это точно, я помню, тут надо катиться. Это в демке ж показывают тоже. Да? Да. Ну, чё, лаги. Разбил? Да. Я по звуку слышал, а лаги идут. Лаги? О, все уже, пошли. Че, не взять? А, можно так, короче. Thank you.
Нифига, ты даже увидел, где прыгну. А блин, надо десяточку взять. Я возьму. Телепортируйся там. А это а здесь ничего нет. Подожди, а куда? Ну давай зайдем. О, это что-то надо поворачивать и бить вроде можно. Не поворачивается. Я а, вот, это объем, да. Так, стоп, камеру. Так ты, вот, бочка. Блин, бочка. Двери. Так. Что там, ничего нету больше. Я смотрю, куда свет-то направить-то. Фигу знает. Вроде правильно. Это как, ну, как-то нелогично, то есть, смотри, там ни окна, ничего нету. О. А, нужно, наверное, на эту штуку направить. На эту направить. Да. Ой, все. Блин. А, так ты тоже можешь, ну да? Это тоже фигач. Черт. А куда? Черт, а, дома. Вот тут уже видно, да. Блин, у меня видишь, он два раза крутит. Все, тут больше нет ничего в комнате. Есть. А, вот и этот ящик. А, ну тут их 5, а ящиков тоже, видимо. Да. Вот. А мы там не все собрали. Я. Yeah. Внизу. Ну ладно, мы еще вернемся. Ну еще раз зайдем, если что. Ну да. Че нам не привыкать уже? Все равно что-то пропустим. Просто все равно, если сейчас возвращаться, то тут пропустим тогда. Как-то странно прыгает. Так что я думаю, тут вначале сейчас соберем и сейчас прыгнем. Запрыгиваем. А вроде сюда надо. Да, сюда. А что тут? Поверьте камеры. Блин, так непривычно, что я не могу камеру управлять. Че, ты не туда прыгнешь? Не, вниз можешь посмотреть? Туда, вот где я стою. Еще левее. Левее. Мы вот оттуда, да, вроде пришли? Или откуда мы пришли? Давай да. Попробую туда спрыгнуть и потом... А чё потом? Да не. Ничего пусть. Потом. Ну чё? Ладно, давай тогда запрыгивай туда, наверх. Я хочу посмотреть. А, вот оттуда пришли, да? Да, вот оттуда мы пришли. Там всё собрали? Нет. Может всё-таки сходить и вернуться? Ну... А тут ты наверху ты всё собрал? Тут я ничего не вижу. Так вот, как это впереди? В смысле, а вот это вот справа, ты хочешь сказать, это ничего? Вот это вот слева. Вот это. Уступ. Давай, Иван, попробуй. Не, ну ты не, ты не туда прыгнул. Да ладно, здесь пособирай какие-то. Ты только там стой. Ну, ну отлично, и дверь закрылась. Что с ним делать? А, я понял, что с ним надо делать. Он упал? А, вылез. 4 раза. Бычара. Викинг, чертов. Подожди, а тут? А что-то он не упал немножко. А, тут мы отсюда пришли. Да мы пришли оттуда. Ну, блин, мы там пропустили, да? Короче, походу еще раз заходить придется. Ну и ладно. Чем? Ладно, ладно. Хотя можем просто выйти и опять зайти. Так не, потом просто мы зайдем и до конца идти не будем, как увидим, что все собраны и выйдем. Лестницы тупые, плоские. Че, босятки уже что-то? Что-то мы сократили путь тут. Да не, все правильно пошло. Не подожди, пока я не отблагодарю тебя. Ну, ты ведь пришел за золотым молотком, не так ли?
Но ты не получишь его. Он мой, мой, мой. Послушай, дружище, ты не заказывал жареную утку? В чем дело, Дак? Опять эти вторженцы. Я проучу их раз и навсегда, как беспокоит мою вечность и покои. Блин, все равно долго одну локацию даже проходить, да, так? Ну, мы это просто путаемся. Сколько мы там проточали, мы с мышкой с этой. Да что, давай, наверное, это. Сразу поруби мне. А ты помнишь, что делать? Нет. Поэтому она ныряю. А, ну вот эти надо, да. Молнию поднимай. Он же молнии пьет. А я не могу туда. А я могу нажать? А, подожди. Чтоб туда молния, наверное. Подожди, что тут вообще можно сделать? Посмотрим. На эти нажми. Это только ты можешь нажать. А, понятно. Ну тут, видимо, все нужно проюзать. Вот торнадо, это должен ударить в торнадо. Нет, это ты должен пути крутануться. Нет, нет, я не могу крутануться, видишь? Подожди, я тоже не могу прыгнуть. Дай камеру. А где ты вообще? Я не вижу. Давай вот попробуем. Попробуй поднять вот эти кнопки. Все-таки. Пробуй поднять нажатое. Да не можешь ты нажать. Пробуй поднять нажатое. Что? Пусть молния ударит. Попробуем. Да блин. Не, что-то не то. Ну блин, сколько меня из ящика будешь доставать? Это не фигня. А вон, смотри, еще штука одна какая-то. Где? Видишь, она почему-то вот так вот. В смысле, по центру? Пошли. Так это по центру мы потом в конце возьмем, когда босса пройдем. Да, говорю, подними кнопку. Нифига. А другие? Вот только вот это осталось. Ну блин, что за бред? О, крутанус. А, подожди, может надо одновременно? Хотя тут не получится одновременно. А с двое. Ну да, молния-то только одна. О! А почему нажалось? Какого хрена? До этого уже пробовали, не нажималось. Видимо, ударять сейчас. Бери молот. Так ты берешь молот. Я ж съем его. А. Ударяй по центру. А, по этим штукам? Или что? Да. Все. И меня освободи. Давай крутись, попробуй. А, где он стоит только? Оу. А. Дно. Еще не давай. Блин. Просто. А я думал, по нему вначале нужно ударять. Камер, пожалуйста. Да нормально, и так пойдешь. А вот это, наверное, нужно толкнуть.
теперь избавиться. Да, 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 да. Много хп? Нормально? Ну... Вроде есть. Ну ты чё, не успел? Не успел. А, попал? Да, попал. Опять такое же? А, не, молнии надо. Камер, пожалуйста, на меня. Подожди, ты чё, надо сейчас пусть молнию ударит. Трепортнись. Зачем? На тебя ударит. Давай, мол, камеру. Что-то далековато. Давай. Плевать. Потом меня ударишь, я гухну себе. Воскресишь. Сразу удар. Так, и где? Сейчас буду. Где молния? Эй, чё он косой такой? Блин, да как там увернулся-то? А. А, он по мне опять, да, будет, сейчас, наверное. По-моему, кстати, меня убьет, да, сейчас меня. Пофиг. А че? Меня лучше воскреси. На всякий случай. Два хочешь. Че там все равно урон наносит? Ящики. Почему он всегда забирает? Чего мы не можем поймать, блин, его? Я нашла еще один катышек. Так, сейчас в урановой эре. У вас достаточно механизмов, чтобы попасть туда. Разрешите, я сначала открою вам дверь. Так, но мы еще не все собрали. Вначале нужно тут дособрать все. Уйти это в какую сторону? Подожди, а мы можем назад выйти? Вон. То есть именно, чтобы шестеренки собрать. Блин, а как выйти-то? Давайте в противоположную сторону пойдем. А! Стоп, ты молчишь или у тебя не работает? Да я пока вырубил микрофон сейчас. А. Так, назад. Так. Сколько тут не собрали? Ну, походу 88, да. Ну ты вообще. А чё у них щиты квадратные?
Эй, ну... Я понадеялся на успех. Еще раз понадеюсь. Успеешь? Ну, вроде должен. А нам все равно вон туда, в бок. Блин, я забыл, что там какой. Ну ладно. Стоп, это где было? А, это не тап, это не тап, подожди, крыша. Ну все равно, давай туда прыгнем. Там чубочки. Ну ладно, давай. Нет, 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 ты чем прыгнул? Мог подождать. Прыгни вначале на перила. Вот так можно посмотреть. Ты тоже допрыгнуть можешь, оказывается. Да, естественно. Расстояние-то маленькое. Случайно. Мне бы еще допрыгнуть до сына. Где ты? Че нам сюда? Ну, мы это же сюда, вот там это место. А, да блин, давай. Все равно нашли еще пару шестерен. Нет, стой, назад. Почему назад? Ну мы где-то место, где крыша низкая. Мы не дошли так до нее. Так она дальше уже. А, да? Да. А как мы ту крышу-то пропустили вначале? Не, да блин, да. А, да, вот они. Да я их убью спокойно потом. Давай. Убью спокойно, сказал. Ты убивай спокойно. Вот, вот почему, видишь? Потому что управление вообще кайф. Так и нафиг, да. А если все эти кинопленки закончатся, то чё? Сначала, блин. Сначала чего? Вообще. Игры? Да. Ну то есть сохранение с карты памяти, да? Блин, надо сохраняться почаще. Да, она не видит почаще. Просто не... А, так ты их убил, что ли? Да, я их убил, но упал. Там еще тоже бочки. Может, дашь мне камеру? Так она у тебя... А, да и так допрыгнешь. Блин, ты издеваешься. А, вон там бочка, кстати. Я что тебе говорю, видишь? Допрыгнул. Тут допрыгнешь хоть? Давай туда хоть допрыгнем. Давай, просто прыгай, зацепишься. Только нам не туда, а нужно вот туда. Ну да. А я, допрыгну сейчас туда, туда вот вопрос. С меня должен. Подожди, дай штану на перила. Там не допрыгнуть. Покемон ты. Лагает. Не ладно. А, я помню, что тебя докину отсюда? Не, вряд ли. Не докинешь. А вон туда куда-нибудь налево. Нет, далеко. Блин, ну ты покемон, камеру мне не дал, конечно. Да что ты делаешь? Я не вижу камеру. Ну, у тебя камера. Не, там не дал. Тебе надо сразу... Ну ты медленно слишком, тебе надо с разбега. Эй. Блин, ну сейчас вот когда-нибудь я упаду все-таки. Как нам нужно тебя прыгнуть, так ли? О, нет. Наконец-таки. Покемон, блин. Я лучше не буду прыгать. Чего что? Так, там. Еще где-то 16. Тут можно. О, тут 10? А, вообще ничего. Так еще и две коробки мы не нашли. О. А, что-то вроде есть. Ну, прыгай с меня, а. Камеру-то крути. Ну ты, блин, жесткий.
Как 309? Типа тут еще 91? Ничего себе, мы пропустили, да? Да ну. А, ну вот в эту дверь-то мы не заходили. Ну. 4. Ну мы как бы сверх. Мы не могли нормально набрать. Да, коробка. А, мы еще и плачущего не нашли одного. Да, так что. Одна коробка, один этот и. Еще шестеренки. Сейчас ну, ну правильно, мы тут не были. Баланс это весело написано. А, ну ладно, давай попробуем. Ну так таз тяжелее. А, спрыгнуть ты должен. За его бочки стучи. Точнее, я должен спрыгнуть. Я ж тяжелее, значит я должен спрыгнуть. Только вопрос, куда тебе допрыгивать? Подожди, по камере, от первого лица посмотрю. Сейчас, подожди, я бочку пока. Смотри. Еще. Да мне, скорее всего, вот туда, на ту платформу надо. Зачем? Ну посмотри. Сейчас увидишь. На тебе камеру. Блин. И что тебе с той платформы? Да и просто я на нее нажимаю, и дверь открывается. А, типа это кнопка, думаешь? Да. Встал. Че попал? Ну блин, что за... Попадешь? Ну блин, слишком продумано. Ну я говорю, в этой игре ничего такого нет, а вообще тут все, блин, слишком продумано. Тут же на одного как бы. Ну да. Сколько 377? 379. То есть еще. Ну, короче, мы еще коробку, да, не нашли. Да, мы коробку не нашли, и пацана одного. Мне кажется, мы еще одну башню пропустили где-то. Ну, выходит, что так. Я падаю. А ты допрыгнешь? Туда прыгну, наверное. А там мы все взяли? Да, да, да. Ну проверяли сто раз. Блин, ты меня немножко сбила, чуть не упал. Вот тут, по-моему, мы не были. Или мы как раз таки именно тут и были. Именно тут и были, вроде. Нет, или вон в той мы были, да. Давай зайдем и выйдем здесь, посмотрим. Да, мы тут были. А мы выйти-то сможем? Значит, мы вот в этих каких-то не были. Ну вот в этой мы явно не были. О, там что такое? Это я тебя докинуть туда должен, наверное. Давай докинь. Да блин. Не, по-моему, фиг докину, подожди, надо хоть поровнее встать. Докинул. А. Ну, встань тоже. Остановился. А. Лол. Ну, вдвоем надо. Держись. Чё тут? Ну, вот и последний ящик. Чего тут 500? Камера безумная вообще. Так потому что ты ее крутишь. Я наоборот до этого не крутил. До стулья можешь двигать? А, нет. А если встать на них, может и кнопки какие-то? Встань на тот стул. Нет, нет. Может наоборот? Может, они разного цвета. Вроде тут высота небольшая. А, ну давай. Ну ок. 444. Еще ведь нет. 56. Попал. Так, подожди, давай начали я туда прыгну. Да, блин, я камеру. А, я тебя должен, наверное, кинуть. Где камера? Смотри, у тебя одна попытка. Не крутится. Вижу, она не поворачивает. Ну давай кидай кофе. Дай. Камеру. Ну тут справа нету башни? Так мы в ту именно вроде и заходили. А, не, мы к зеркалам заходили, а в эту мы не заходили, да?
сходили. По делу. Поворачивайся, мать, камера. Сейчас слишком легко. Где я? То есть ты не был вроде. Ну что, не дошел что ли? Вот пять. Пустая. Еще одна где-то есть. А вон бочка. И где-то еще один плачущий должен быть. Да, нет. Должен. А еще 25, да, должен. А у меня камера. Так. Тут. А это что? Это там мы были. Тут уже все. Это выход вообще. Не, подожди, там мы были, а там все, только одна крыша и все. Да. Так. А вот это справа что? Подожди. А, тут входа нет, да? Нет. А тут справа нет, подожди, никаких нет. Этих. Мне кажется, там где-то еще дальше. Мы же там не были особо. Мы там были нормально, там уже некуда. Здесь мы точно были. Да, стопудов были. Ты меня в прыжке застал. Ну, ты упал, когда я прыгал. Призыв. Больше не падай так. Да блин, я сейчас встал. Не, ну ты можешь падать, но не в этот не момент, когда я прыгаю. Тут хорош стопорить. Чуть не прыгнул. Там точно, да, все. Ну пошли дальше. Там. Может там реально где-то еще вход есть. А нам опять этого разбивать, да? Разбивать. Может туда куда-нибудь, здесь, на влево путь. Нет, тут же только эти. На, давай напротив, да, надо сразу. К выходу. Ну, ты пулять не можешь. Так а посмотри, ну посмотри, может еще. В смысле, ты хочу смотреть. Знаешь. Че. Он сейчас тебя ударит. Да пофигу. Да не, ну тут нету. А там вот. Не, нету. Другое я имею в виду. Ну а там уже все, там выход. Еще одна дверь. Так это уже все выход. А. А, кстати, упал на этот раз. В тот раз не упал, помнишь? Подожди, покажи. А, нету там вместо него ничего. Дай камеру на время. Я посмотрю, давай посмотрим. Может я прорубить это могу? Да нет, блин. Нет, там же я посмотрел нормально. Ну ладно, ладно. Давай тут по бокам посмотрим, может куда-то можно смотри, свалиться. Смотри. Подойди. У нас же камера давай, на двоих ориентируется. Она на двоих ориентируется. Нет, сейчас, подожди. Ну. Тоже пойду. Да нет, нет. Тут ты. Опять знал. Опять же. Да не видел, блин. Ну ты знал, что там ямка, я что-то забыл? Я не знал, ну блин. Странно. Подожди, а вот там где мы наверх ходили? Где мы забирались-то наверх? Наверх мы в конце забирались, слева. Да, влево уходили, в конце. А, к зеркалам. Что? Ну, может, еще раз туда сходить? Давай сходим. Чуть не упал. Здесь, наверное. Оттуда, по крайней мере, мы можем посмотреть. Давай. Камера у тебя. Там ворот открыт? Нет.
Отдай камеру. Да, свидан без мата, конечно. Так, давай тут подожди посмотрим. Это куда там дорога? Нет, так. Ну я думаю, было бы видно, в принципе. А здесь внизу этот путь. Стоп, а там что? А, это. Не, вот это. А, это да, это самый конец. Это мы над наворотами. Ну, короче, если прямо идти, то мы туда попали. Ну давай, заберусь, дай камеру. Где-то этот еще сидит, и ну, как бы его даже. Нет, давай, вот. Мы его даже не слышим. Это уже к боссу прям. Так босс. А там около босса не может не быть больше. Вот мне кажется, слева все-таки забраться можно. Сейчас, секунду. Да, посмотрим. Тут тоже мало еще видно куда-то. А до туда не допрыгнуть? Или там? Нет, там да не, нет. Вряд ли. Да не, мне кажется, не было бы так, что оно аж не прорисовалось и туда надо. Такого не бывает в этой игре. Не, смотри, что-то поближе. Вот то, что рядом стоит, вот туда, может, наверх. Сюда? Да. Тоже нереально. Ну почему? Ну, далеко. Ну, имеется в виду это. А может. Ай, беда, беда. Да тихо ты. Я ничего не нажимал. А, может просто от времени? У тебя тоже морковка вылетела. Может мы у босса там что-то не нашли? Ну в той комнате. Ну в той комнате. Почти. Ты можешь, кстати, туда сейчас сразу долететь, да, по идее отсюда, к боссу? Может там что-то пропустили? Нет, вроде все обошли. Давай попробуем. Ты лучше к боссу бы прыгнул. Ну ладно, потом я к тебе телепортнусь, только ты не на. Да ты сейчас упадешь. Я не. Где-нибудь. Упаду, так упаду, я вот тебя там буду. Посмотрю еще. Тут же нельзя нигде, да? Нельзя. Там еще же этого было бы слышно. Вот знаешь, что меня смущает? Вот там мостик вот справа. Видишь, справа мостик? Ну, посмотри, как от первого лица. Вот, видишь, там... Да. Арка. Вот на этой арке мы были. Были, да. Вон, видишь, я поднимался вот там. На этой арке мы тоже... все, только что там были, да? Как я сюда забирался? Везде. А, не, вот по носу. На рога как-то. Ты по-моему сюда не забирался. Да сюда не добирался. Вот он. Лол. Ну блин, жесть. Еще 5. Посмотри тут рядом, вокруг покрути камеры. Вот тут вот. Вот видишь, ну тут уступы всякие рядом. Может я на тот рог попробую? Ну пробуй, я тут буду стоять. Камеру у тебя. О. Все. Нахрен уходим. Что делаешь? Я прыгал, блин. Так уходим. А, да. Сохрани сразу. Ну, вообще можно было дойти, конечно, 100 там взять. И после этого сохраниться, ну ладно. Я 1858 уже. А? Еще где-то 52. Лола, где? Где-то целую игру что ли пропустили или что? Сейчас мне телефон. Да, я понял.
Так, это... А, ледяное катание. То вот этот колодец, это чё? Без тебя не смогу тут. А, не смогу. Ничего. А, во. Битва снежками. Давай, пошли. Так. Блин, какой-то странный номер звонили. Говорят, спишь, не спишь. Бред какой. Спишь, а смотря кто спрашивает, да? Я что-то не понял. Ну, короче, нужно до туда добраться. Все ясно. Так. Давай начали шестеренки собирать. Потом уже... Давай. Сколько там осталось? 50 вот. Еще. Сейчас будет 50. Вот теперь... Теперь 50. 45. Ну тут в конце 25 останется, и надо будет выиграть в эту игру. Так, а, потом? Нужно что-то сделать. Да потом, давай начали это. А, вон. А это что такое? Да я снежки кидаю, ты щит, короче, ставишь. Ну, надо где-то щит брать. Вон, эти штуки разбей. Я съел снежок. О, единичка, блин, по единичке, кажется, вообще. Пушка, да? Камеру немножко иногда поворачивает, ни хрена не вижу. Подожди, это разбить же можно, нет? Нет, нельзя, нельзя, это другая. О, блин, мобила. Опять спать спрашивают? Так, тут нету. Кто мне звонит? Так, пока ты один тут. Вообще посмотрю, это что ли мне в скайпе кто-то писал. Опа, упал. Блин. Это же не иди. Да зачем телепортнулся на обложку, чтобы я к тебе телепортнулся? Ну. Так, осталось 40. Вот сюда ты сам допрыгивай. Я сверху не, просто не попал. Не, нельзя. Да ладно, нельзя, можно еще раз. Дай камеру. У меня камера. Блин, они бахач. Нормально. Вообще отстойный какой-то. О! А туда что ли? Блин, ну сделай что-то с телефоном, убери его. Сейчас уберу. Че он там за смс-ки какой-то? Кто такие? Ну потом разберешься, давай. Я вообще без понятия. Знаешь, что пишут? Че? Знакомство, все такое. А, ну спам, ну и че? Не, это не спам, это какой-то реальный человек. Да с чего ты взял? Да это можно же с поселка, почему нет? Че, дальше идем, да? Ну спам с поселка, значит. Спам с поселка. Где щит? Да че мне? Не, мы еще не все собрали. Я думаю, 25 должно остаться. А, вот, вот теперь, да, 25 осталось, да. И что мы должны делать? Ты должен кидать в них? Ну, я должен кидать, но только тут щит какой-то у них. Может, ты должен ударять вначале? Да, я кинул, да. Что-то он вообще не активно. Может, сзади должен подойти? Стой, стой там. Ну кидай. Вау. Подожди, давай посмотримся, что мне кажется. Они должны тоже кидаться. Кстати, вот это... А. Тоже качели. Они почему-то вообще не кидают. Может, нам надо встать где-то в другом месте и другую кучку снежка. Для чего вот это? Для чего вот это, да, странная штука? Давай, прыгни ты первым. Стой там, стой на краю. Нет, я не могу из-за тебя забраться так, понимаешь? Я попробую. Может, не, вот ты сможешь забраться, если я подниму для тебя. А. Я медленно вот так. Все, дай камеру. Стой там, короче. Внизу. Телепортируйся. Дай камеру. Ты и так заберешься.
Сейчас камера. Ну тебе она не помогает особо. А что-то я не вижу ни хрена все равно. Блин, ну ты все-таки мобилу не убрал. Да ну, я подальше убрал, серьезно говорю. Ну давай, запрыгивай. А, у меня уже в метрах двух-трех. Не должна же так слышно. Да так, может. Вертолетик пробую использовать. А дай-ка толку из вертолетика. Ох, зацепился. А, и смысла тут что-то нет. Может как-то я по башкеям должен прыгнуть? Нет. Давай вначале определим цель. Там нам говорили про эту золотую шестеренку, а где она? Мы, нам кубики нужно эти, короче, туда. Блин, повод... опять мобилу слышно туда. Что за... Сейчас, секунду. Я пока в как... пару секунд. Вкусные снежки. Ну и попил, и поел сразу за раз. Ну, ждем Бакса Байни. Достаточно. Скоро в туалет пойду. Блин, даже пиксели какие-то. Ну не знаю, ну кинь в него отсюда. Можно, конечно, перезайти. О, господи. Может ударить его? Не, попробуй еще раз кинуть, когда он... О, обалдел. Непонятно. Ну кинь два раза потом. А, вот, сейчас кидай. Короче, когда он чихает, кидай. Непонятно только я для чего нужен. Ну ты вообще когда. Мешок. А, вот сейчас кидай. Все, понес. Где там моя марка? А чё лежит? Не, кидать воду надо это. Да. Лол. Я думал потом разбил. Потом по ним прыгать. А интересно, зависит от того, как я точно кину? Не знаю. На всякий случай как-нибудь. Я просто вроде кидаешь пофиг. Да, по... статично. Почему она такая большая стала? Да, она разбухла. А, я снизу постою, чё, я дурак, что ли? Могу даже камера... А, камера и так у тебя. А, у тебя подскатится. Чё не забол... Это ёжик. Попади! Блин, ну тяжело там. Тупая камера. Почему когда я нацелен?
Ну капец такой маленький промежуток времени. Пусть он по себе попадет серьезно, он смеется хоть. Эй, меня-то не надо кидать. Да не кидаешь, жди пока. Так беги вот сюда, отсюда легко нацелиться. Только жди пока он... Вот. Наконец-то. Морковки хоть пожрал. А мне интересно, мне надо на льдинку вставать, что... или просто кинуть? Попробуй просто кинуть. Еще лом. Ну ты понял. Ах, дофига придется еще. Вон там, справа. Блин, как я не взял? Вроде анимация была какая-то. Он видел? Да не, вставай так, чтобы кидать нужно было ровно вверх. Ну ты понял, вперед. Камеру бы повернул как-нибудь, у тебя камера. А, ну хочешь тебе вон там. Чё-то ты повернул ее совсем не так. Почему вот так? Зря кинул. Сейчас он подскальзывался, когда я буду садиться. Мне опять стрим рубился. Ну. Так, камеру тебе сейчас. Просто стрим вырубал. Да закрой ты страницу со стримом или там выключи плеер вообще. А, все равно в чате никто не пишет. Так чат можно. У нас баг? Подбери, ты просто не воду кинул. Каким образом я подберу его? На треугольник. А, блин, так не очевидно, я думал, он в воде плавает. А вон уже и шестеренку видно. Подожди, так они что, под снег что ли падают? Да. Блин, жалко, но они же люди. Люди. Викинги. Ну, а викинги что, не люди, что ли? Блин, хорошо. В этот мир, в принципе, когда поменьше, да, даже вроде как. Да не, я бы не сказал, что поменьше. Либо мы тоже так долго втыкали пока. Так чё, мы... Так-то мы сейчас 3 часа играем, и тогда столько же играли. Где там? О, меня ударил. Слушай, ты можешь его отвлекать. Ну да. А блин. Подожди. Он не берет. Да у меня не бесконечные морковки. Ой, ты. Больно. Все, последний удар. О. Ну долил. Чё камера-то такая жесткая? Блин. Да какая разница, нормально, что камера далеко, главное направление. Так,
искать, тебя искать. Тут нет пропасти? Нет. Мне кажется, на следующем мире уже увидим первый гейм-овер. Да? Ну, если мы тут столько жизни влили. Ну, тупили тут просто. Ну, так, а кто сказал, что мы на следующем не будем тупить? Так где ты, может быть? В начале, может. Да не, что наверху ты? Нищие. Прыгнуть? Размечтался, вот. Иди свое дело делай. Для этого, может, убьем еще. Ну, ты убивай этого, я туда пойду. Стой там. Где я? Ну я походу не отображаюсь. Ой, это вообще не то место. Вот наверху вроде. Ну а пока апельсин поем. Давай. Только микрофон отключай. Чавканье никому не хочется слушать, я думаю. А интересно, если я тупо тут вот сейчас воду скину, это же норм, да, по идее? Норм. Ну это вообще уже что-то. Сейчас тебе прилетит шпан. А, ты и тут уже разобрался? Да. Ну ок. Хрум. Где-то еще один наверху, где-то на качелях. Не, по-моему, все. Да, еще там. Ну, льдинок вроде достаточно. Не, нифига не. Да все достаточно. Достаточно. Дай пропрыгаю. Ну, кто-то один. Ой-ой-ой. А, я допрыгну? Да нет, ты не допрыгнешь. Блин, ты меня. Так а что, возвращаться, что ли? Так, проще ящик скинуть. Ты стоял. Блин, я бы тебе телепортнулся там на голову тебя навали. А, да? Так думаешь? Я вроде тоже не допрыгиваю. Я, может, хотя бы почти допрыгнул. Да, я думаю, даже я бы допрыгнул на самом деле при более удачной прыжке. Стой там. Хрена не видно, блин. Хрен знает. Ты паркируешь. А хотя нахрен, зачем телепортироваться? Наконец-таки, все, полная зона, да? Ага. Вроде да, сейчас проверим на всякий случай. Так это можно было это. Так и сколько у нас всего? Все посмотрим. Да, 3010. Да? А чё за цифра 49 была? Не знаю. Где? Вот это. Это... Ну это не шестеренки, это что-то другое. Морковь? Не, морковь. А, да, а. Может ящиков? Собрали 49. Какой 49? Все ящики. А, не, смотри, этих мы тоже нашли всех. Да все нашли мы. Не знаю, что за цифры тогда. Ну, неважно, но мы тут все собрали. Так чё, мы тупим? В смысле, а, ну да, в Гринвич. В Гранвич написано. Чё, пошли к бабке. Чё там за ящик? Да, мне тот, кажется, который прыгал я. А. Точно. Бабка, открывай. А она, по-моему, опять скажет, это... Часовых камешков, часовые механизмы, вторая основная часть... Да, это не то. Это не то. Ну всё, пройдём просто, подойдём к двери и всё, будем заканчивать на этом. Это да, следующая рама. Там вообще какая-то упоротая загадка, помню, была с ветром каким-то таким. Если честно, я не помню. А я помню, всё, что давай, была. Давай тут. Ну давай зайдем.
ну чё? Да не, давай тут зайдем уже. А то сейчас там объяснения сейчас начнутся всякие. Способность. Да. Блин, длинная игра. Ну так да, ты думал это за одну ночь там пройти, это... Это если все знать, то тогда да, а так это не... Да ну и то даже если все знать... Не, не спидранчик, я думаю, нормально за несколько часов можно. Давай ради интереса спидран, посмотри, сколько времени занимает. А, думаешь, есть? Не для каждой игры записывали. Это такая совсем неочевидная игра для спидрана, на самом деле. Ну давай просто гляну, да и все. Ну давай, посмотри. Че, Ютуб? Хотя бы просто на Ютубе, не обязательно. Спидран. Как она, Бакс? Бакс Банни и Таз. Тайм Бастерс. О, нафиг не написано. Бакс. Так, все, я игру закрываю. О. Мы сейф-стейт не сделали. Ну ладно, вроде карта работает. Так. И что там по спидрану? Ну, вообще, сколько проходит ее хоть примерно? Есть? Ну, на летсплей сейчас кому-нибудь посмотришь и смысл. Не, так. Что тут все, знаешь, частично только так. Да не такая же популярная игра, чтобы еще ее спидраны были какие-то. Я все-таки добьюсь своего. Ну давай ты найдешь и на следующем стриме уже скажешь. А сейчас будем заканчивать. Давай. Потому что чтобы тут не сидел, никто не ждал, хотя, наверное, уже все равно все давно разошлись. Лонгплей, кстати, пишет 4 часа, 44 минуты. Лонгплей 4 часа? Да ладно. Может 4 дня? Ну ладно, ну чё? Вполне возможно, кстати, почему? Не, ну да, но это, мне кажется, все-таки на спидран уже тянет. Ну, в общем, это все. У кого вопросы, пожелания, замечания, предложения, можете писать в чат. На Итрике спасибо за игру. Всем пока. Постараемся, может, завтра, если ты свободен, кстати. Не знаю, как-то. Хорошо, посмотрим.